Ки императорского географического общества прискакал великий путешественник Николай Михайлович Пржевальский. Здорово! Я Пржевальский. Жексалтынгерда! Монголы! Пржевальский! Жексалтынгерда! Монголы! После знакомства с местным гидом Николай Михайлович пошел отобедать, чем монгольский бог послал. Это еще что такое? Герда! А ну-ка, отойди, негодяй, от лошади! Отойди от лошади, негодяй! И запомни, сволочь, моя лошадь! Моя лошадь! Моя лошадь! Моя лошадь, ты понял? Моя лошадь! И своим скажи, что это лошадь моя! Сейчас скажи! Жексетл, герда! Жексетл! Это лошадь трогать нельзя! Это лошадь! С тех пор все монголы знают, что бывают просто лошади, а бывают лошади Пржевальского.